Два ДТП произошло на трассе седанка «Патрокол» из-за гололеда. В результате столкновений с леерным ограждением два человека получили травмы и обратились за медицинской помощью. Хозяйка Nissan Note двигалась по объездной трассе из пригорода Владивостока в направлении Тихое. Девушка шла с допустимой скоростью, но в районе золоотвала ее машину бросила влево. Испугавшись, девушка дернула руль в противоположную сторону и машину занесло. Ударившись о леерное ограждение, автомобиль развернулся поперек дороги. Процесс хорошо виден на записи видеорегистратора, установленного в салоне Nissan. Машина оказалась не на ходу, и девушка обратилась за помощью к своему супругу, который оперативно приехал к месту событий на такси. Жена попала в аварию. Получается, ехала на по правой полосе, ее занесло прям в леера. Я подъехал чуть позже на такси. Подъехал грузовичок, оттащили машину к обочине. После этого думал уже, кого вызывать. Пока стоял, думал, обернулся, фит летит. Все. Дальше я отлетел. Соответственно, вот это дальше все произошло. Honda Fit занесло на дороге точно так же, как и Nissan. После встречи с леерным ограждением хэтчбэк понесло вперед. Он сбил с ног хозяина Nissan и врезался в Note. Этот момент запечатлел уже видеорегистратор Honda. В результате столкновения Nissan откинула влево. Хозяйка хэтчбека находилась в автомобиле и во время столкновения сильно ударилась головой, травмировав глаз. С места ДТП женщину забрали врачи скорой. Ее супруг, несмотря на травму ноги, остался на месте происшествия и принял участие в оформлении ДТП. Ехал на повороте, понесло неожиданно так, все быстро. Я так понимаю, я сначала об леера стукнулся, а потом меня уже на эту машину и откинуло. И все так быстро произошло, я даже не видел чего, куда я въехал, как я въехал, ничего не видел. Я врезался, встал уже, и вот слышу, мужчина кричит на земле, я выбежал, стал помогать. Хозяин Фита уверен, что авария произошла по причине его неопытности. Мужчина за рулем всего год и не смог правильно оценить состояние дороги.